Станет ли улица Жака Дюкло Ольгинской? Топонимическая комиссия должна обсудить этот вопрос на ближайшем заседании. Расположенная между Курчатова и Лиственной улица Жака Дюкло носит имя французского политического деятеля с 11 марта 1975 года. Ранее улица называлась Ольгинской в честь скончавшейся в эмиграции Ольги Серебряковой, дочери городского головы и сенатора, владевшего в начале 1910-х лесным массивом нынешнего парка Сосновка. И теперь, спустя 41 год, этой улице могут вернуть первичное название. Правда, такая идея по душе не всем. Зачем вот переименовывать? Вот есть улица, у нее есть наименование, да? С какой стати вот вдруг что от этого станет лучше? Кроме того, активисты движения «Суть времени» видят в этой идее политическую подоплеку. Ольга Серебрякова – представительница имперской России, а вот Жак Дюкло, напротив, деятель рабочего движения, чье имя пытаются стереть, по их мнению, из современной истории. Есть некая тенденция, которая заключается в следующем, что с карты Санкт-Петербурга, и не только Санкт-Петербурга, нужно убрать те названия улиц, каких-то исторических мест, которые связаны с советской историей. Пока, впрочем, члены бюро топонимической комиссии мнения активистов не разделяют. Более того, по их словам, идея переименовать улицу – инициатива одной из местных жительниц. Ну, не бывает бесспорных вопросов даже и в наименовании, а не только что переименований. Вот. Я подчеркиваю, что здесь нет никакой политической подоплеки, а есть, что называется, регламент, есть обращение жителя, которое топонимическая комиссия должна рассмотреть и принять решение. Рассматривать и принимать решения будут 24 человека – политические и общественные деятели, специалисты из разных областей. Ответ на вопрос, станет ли улица Жака Дюкло Ольгинской, им предстоит дать к концу месяца.